Ну что ж, вышли данные по классам Вознесения под новую лигу. Завтра еще будут почноутсы, хотя нет, это, наверное, даже сегодня ночью. Либо сегодня ночью, ну, ближе к ночи, либо завтра будут еще финальные вот эти вот манифесты, или как он называется, финальный манифест по почноутам, по изменениям. Ну, я, в принципе, Essence Drain'ом хочу стартовать в новой лиге. Не могу запомнить, как называется ритуал. Вот. В ритуале хочу стартовать с Энздрейном. В принципе, непонятно, то ли его понерфили, то ли пофиксили, но вот в пасобилдинге пока не отображается. Так что пока новая лига не началась, будем играть в пасобилдинг. Ну, лаба, скорее всего, будет. Так, сейчас я выберу. Шадов, ну, лаба, скорее всего, вот. Почему я не могу? А, вот. Трикстер. Это будет Essence Drain Trickster, но по-любому я буду вкачивать Ghostdance Escape Artist. То есть это по-любому. Ну и по-любому Passion Tripper, хотя у него убрали Increase Damage Over Time. Но у него Recovery апнули чуть-чуть. Вот как-то так. То есть и на четвертую лабу я буду брать либо вот это, либо вот это. Я не знаю точно. Я не знаю, в какой очередности. Наверное, в первой лабе я возьму Patient Reaper все-таки. Вот я не знаю. Да, наверное, Patient Reaper. Давно не играл с Энс Дрейном. Это один из моих любимых скиллов вообще когда-то был. То есть я прям только им играл. Почти год не играл в пое. Ну вот я только во флэшбэк фейс чуть-чуть поиграл, потом в флэшбэк ворвался. Теперь жду. Вот сейчас сегодня вторник, насколько я знаю. Да, сегодня вторник. Новая лига, получается, в пятницу будет. Ну, окей, в принципе, какие бы там почноуты еще не выпускали, я все равно буду с Essence Drain играть. Ну, насколько... Ну, короче, это будет хпшная версия, но Essence Drain'ом, Trickster'ом вообще надо через CI играть, то есть это идеальный вариант. Я посмотрел на Poe Ninja, там все через CI играют. Ну, CI, я не знаю даже, когда будет. Изначально это будет просто хпшная версия обычная. Ну, я думаю, вот это я тоже возьму. Projectile Speed тоже понадобится. Ну вот как-то вот так. По идее, тут надо через реген идти. Но я вот не знаю, то есть вот эти нодики на урон. Ну, по идее, я на ХК играю. Я вообще играю на ХК, то есть, наверное, да. Насколько я помню, я шел через реген. Где-то тут есть ноды на урон хаосом, да, вот они. Но это, наверное, потом когда-то. Просто вспомнить бы, как... Просто что я много наигрывал на него, за него. Вот тоже ноды хаосом хорошие, но и damage over time. Еще брали вот тут Face Acrobatics на самом-то деле. 30 less energy shield. Ну нет, мне по сути это нет, я не буду это брать. Потому что на 30% меньше энергощита, зачем мне? Так, сейчас я думаю, что тут 20 increase damage, да? Наверное, скорее всего, так. Что опять же потом будет респект. Ой. Потом, блин. Потом респект в энергощит все равно. Идеале вообще надо и сюда идти. В corruption, то есть. Хотя я видел, что некоторые его не вкачивали. Ну, типа, можно вот как-то вот так пройти. Но это может потом когда-то. Но по-любому quick recovery. Опять же, все равно потом респекаться хпшную. Ой, ну, в смысле, вся иная версия.
Блин, сложно уже, я не помню особо, как укачивался. Просто я не помню, у меня типа урон нормальный будет. Вот если я, допустим, вот это не вкачаю Corruption, у меня типа урон нормальный будет или нет. Сколько это очков? Это 48. Что тут написано? Required level 25. Это типа на 25 левеле 48 очков будет. По-моему, не будет. Ну ладно. 48 очков это примерно какой левел? 40? 40-й или какой? Я даже не помню. 43-й примерно, да? Тогда я, наверное, все-таки. Просто я видел на, ну, по Ninja там вообще не играют не через Sense Drain, а там почти все через Wither играют. Но я просто давно не играл, потому не знаю. Почему так, что там по мете вообще происходит? Я бы хотел вот эти ноды на хп взять, вот эти. Я не знаю, может быть даже через мом играть. Типа через мом, пока все, я не выйду. Помню, когда-то через мом играли на Атрикстре. Так это 61 поинт у меня сейчас. Посмотрим. Да, я думаю, все-таки. Похер, похер. Все равно я буду респекаться вся и потом. Похер, пусть вот так. Зачем еще билд теперь крафтить, чтобы потом по ходу, когда лига начнется, не сидеть, не обдумывать, да, чтобы у меня уже было заранее заготовлено все. Я так понимаю, они дерево са само менять не будут. Получается, у меня ноды на урон, в принципе, вот. Вот, ну то есть до хрена урона должно быть. Ну и хп это уже 76, 6 поинтов, это получается уровень 68 примерно, да, 66. То есть к концу сюжетки у меня, по идее, вот так вот будет вкачано. Ну и можно будет вот эти вот ноды добрать. Вот тут у меня Ариал эффект как раз тоже понадобится. Лишней не будет. Можно даже вот тут вот тоже добрать. Не знаю, можно, конечно, даже через мом попробовать. Вот по лаве, я только не знаю, что брать. Надо будет посмотреть, когда они уже. Хотя почнуты уже, в принципе, есть. Ладно, по лаве посмотрим по ходу. Ну вот примерно лаба вот такая. То есть по-любому ST партия спрайт, по-любому Patient Reaper. Это что это? 85 поинтов получается. Ну что ж, как-то так. Не буду даже загадывать по шмоткам, это вот как пойдет. Потому что вдруг я вообще там шестилинк выбью какой-нибудь и так далее. Не знаю, когда буду респекаться, тоже это зависит от того, как шмотки найду. Буду респекаться в CI. Может вообще в лоу лайф, если... как его называют? Если эту шеврон найду. Может вообще в лоу лайф тогда спекаться.
Я не знаю, вот если покупать Chevron, сколько она будет стоить. Ну, в целом, вот получается, в целом как-то так. Надо будет еще микротранзакцию под Essence Drain купить. У меня как раз монетки остались. Сейчас, кстати, вот такой персонаж у меня будет. Вот так будет выглядеть. Вот этот армор и вот эту вот тучку я с коробок залутал, кстати. И вот эту жабу тоже. То есть я питомцев не покупал. Питомцы это вот с коробок. Вот примерно вот так будет выглядеть мой перс. Ну не примерно, а вот так. Я еще щит докупал. Вот этот щит я докупал. И еще я хотел купить набор поддержки для Essence Drain. Он вроде бы по скидке сейчас. Или нет? Так, сейчас наборы. Это где интересно? Тут в наборах. Так, набор. Как называется набор на Essence Arena? Вот набор колдовских умений. А, у меня еще 145 монет даже осталось. Так, сразу затестить. Я вообще в английской версии игры играю, просто после патча вошел, после обновления, и оно на русском. Блин, у меня камни не открыты. Ну, короче, я думаю, все видели, как выглядит Essence Drain с внешкой. Я потом еще ролик запилю, как лига начнется. Вот такой вот персонаж. Так, надо картинку сделать. Принтскрин, так сказать. Готово. Ну что ж, как-то так, к лиге готов.